Всем привет! Веломода рада приветствовать вас на своем видеоканале. Сегодня мы покажем то, без чего не обходится ни один велосипедист. Это велокомпьютер. Причем велокомпьютер не простой, а велокомпьютер японский Cat Eye. Моделька Micro Wireless Model CC-MC200V. Вот здесь мы видим Made in Japan, то есть сделано в Японии. Очень симпатичная вещица, беленький такой велокомпьютер. Сейчас мы его извлечем оттуда. Все, что с ним идет в комплекте, мы тоже, конечно же, покажем, расскажем и продемонстрируем. Вот такая вот штука крепится на вот такой вот бумажке. Вот он, собственно говоря, вот такой вот. Довольно-таки компактный. Вот в руке не занимает практически ничего. Очень легкий. Порядка 26 грамм по паспорту весит. Вот здесь есть кнопочка мод и батарейка. Open-close. Батарейка здесь идет в комплекте. Замечу, что дисплей здесь трехполосный. То есть три, сразу же вы увидите три величины на своем экране. Вот это вот крепление на руль. Вот такое незамысловатое, хитрое. Также датчик. Естественно, датчик скорости. Беспроводный, замечу. Это беспроводная моделька. Вот он, Cat Eye Speed. Даже можно достать, показать вот так. Очень даже симпатично. Все сделано красиво. Вот это вот подставочка непосредственно под велокомпьютер. Также в комплекте идут вот эти все магнитик, крепеж, то есть альтернативный крепеж и, естественно, крепеж на вилку для датчика. Ну и инструкция. В общем-то, про функции тут особо рассказывать нечего, потому что функции самые простые. Это скорость, текущая скорость, время в пути, пройденное расстояние, часы, максимальная скорость, одометр, секундомер, да и в общем-то все. Но тем не менее, очень хорошая вещь, очень качественная, симпатичная, беленькая. Есть такой же вариант в черном цвете. Вот, в общем-то, вот такая замечательная штучка у нас была сегодня на обзоре. Всем, кому понравилось, конечно же, ставим лайк, подписываемся на канал и ждем новые видео.